Вот еще в пятницу Ильфа Тамиров разряжал в меня свои кулаки прямо мне в голову. А в воскресенье я уже здесь борюсь. Вообще идеально как бы формат тренировки. Вы, наверное, не в курсе, но вы узнаете это первым. Станислав Варшавский решил попробовать себя в ММА. Я думаю, да. Это же нормальный вид спорта, а не вот это вот все. Сейчас уточним, насколько тяжело ему дается ударка. Ну, просто новое увлечение. Весело, джиу-джитсу со временем становится скучным, особенно когда ты изо дня в день это делаешь. А так, ну, просто перезарядился. Не то, что я собираюсь бросать джиу-джитсу. Нельзя бросить то, чего не существует, правильно? Скажем так, мы начинаем по боксу, а потом почему-то приходит проход в ноги и начинают меня сверху бить. Но это как бы обычное развлечение.